Крисунька сегодня покрасила рамы. Повымазала здесь стекла. Ну ладно, ототрем. У меня есть средства, буду оттирать сама. Ну молодец, хоть помогла. Одну я там, вторую тоже раму покрасила. Давай. Кричи всем привет. Всем привет, всем привет. У Золушки минутка выдалась. Ой, на обед у меня сегодня кефири. Очень вкусные кефири с рисом. И варю макарошки. Перья макаронные. Кефирики готовы. И макарошки готовы. Обед приготовила. Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рада вас приветствовать на моем канале. У меня сегодня небольшой обзорчик от любимого Василька. Первым делом я хочу показать вам костюмчик. Так. Вот такой, девочки, костюмчик. Это у нас футболочка. Вот такая футболочка. И футболочки идут бриджи. Вот такие бриджи. Внизу манжетик. Есть кармашки. Вот такие штанишки. Для дома в самый раз. Для дома в самый раз. Дальше. Я заказала себе вот такие штанишки. Спортивный такой вариант. На низу идет вот такой манжетик. Надпись. Такая оригинальненькая. И кармашки. Вот такие штанишки. Сейчас примерю и посмотрите. Также заказала себе толстовку. Сейчас примерю. Вот так. На замочке. Вот такая толстовочка. С капюшончиком, с кармашками. Сзади она слегка удлиненная. Смотрите, видно вам там, нет? Слегка так удлиненная сзади. Такая толстовочка. Оригинальная. Оригинальная. Сейчас похолодает. Можно будет носить. Ссылочку на компанию Василек я оставлю в описании видео. Заходите, смотрите. Выбирайте для себя любимых. И также заказала Данюши. Данюши вещи. Вот такие штанишки детские, тепленькие, с начесиком, с начесиком. Сзади кармашек. Так, вот такие штанишки. Брюки для мальчиков. Вот такие штанишки. И вот такую кофточку заказала. Такая кофточка. Кстати, на 4 годика. Хотя нашему Даньке 3 года, но они как идут как бы маломерочки. На 4 годика заказала. Оригинальная. Так, сейчас, девочки, я примерю костюм. Посмотрите и брюки.
чтобы видно было. Вот такие штанишки с кармашками. Резиночка, здесь такой шнурочек имеется. И кармашки. Ну вот. Вот такие штанишки. Оригинальные. Просто оригинальные. И вот такой костюмчик. Для дома само то. Такой трикотаж. Приятный к телу. Хороший костюмчик. Итак, мои хорошие, вот такие у меня сегодня были заказики. Такой небольшой обзорчик. Надеюсь, что вам понравилось. Вот. Стану вот так повыше. Смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду на сегодня с вами прощаться. Всех вас люблю. Всем пока-пока. Завтра вновь увидимся. Удачи вам. С вами была ваша Елена.